задница. Раз, два, три, поехали! Доброе утро, жители Среднего Новгорода. Мы ведем прямой репортаж с центральной площади города. Мужик, чего стоишь? За мотор сходи быстро. Ну сейчас. Полина! Что делать? Хочет показывать непрофессионализм. Хорошо, что нас никто не смотрит. Так, пишем. Сейчас ручку принесу. Полина! День города – самый значимый праздник в жизни горожан. Так я не понял, кто такие? Вы что, стоп-хороцы? Ты что снимаешь камеру, блин? Подождите, мы вообще-то Первый канал. Первый канал? Серьезно? То есть заявку, давай поженимся, вы приняли? Первый средненовгородский канал. Фигня. Что-то я вас, ребята, ни разу не видела. Да нас вообще никто не смотрит. Валера! Господин мэр, можно пару слов о том, чего нам ждать на дне города? Так. Будет день города, вы все узнаете. День города у вас когда? 15-го. 15-го. Июля. Июня. Что, сюда? Значит так, все будет хорошо, вы не волнуйтесь. Да, ребят, вы там поснимайте, а мы готовимся, не мешайте, у нас все хорошо. Валера, почему Валера? Что, реально сегодня? Папа! Надо что-то делать. Все, работает. Алло, Жикова? Не заняты? Слава Богу. У меня две новости. Первая. Сегодня день города. Кстати, с праздником. Ага. Вторая. Мы об этом узнали утром, поэтому быстро сюда. Цена?